Амурский городской краеведческий музей можно смело назвать центром научной, просветительской и культурной жизни района. По случаю юбилея в минувшую пятницу сотрудники музея принимали поздравления от администрации Амурского района и города Амурска, коллег и гостей торжественного мероприятия. Подробности смотрите далее. Амурский городской краеведческий музей был открыт 28 декабря 1972 года как Народный музей, а в 1978 году он стал филиалом Хабаровского городского краеведческого музея имени Градекова. В музее находится более 14 тысяч единиц хранения предметов по истории родного города и края, славянской и нанайской культуры. У нашего городского музея много достижений и результатов. В нем собрана вся история не только городского поселения Амурского муниципального района города Амурск, но и создана история частички каждого поселения Амурского муниципального района. Я могу с уверенностью сказать, я была почти во всех музеях муниципальных образований Хабаровского края, наш музей, самый лучший. Собрана вся история, вся патриотическая направленность, вся жизнь. Вот сегодня вижу уважаемых ветеранов, вся ваша жизнь, вся ваша история, слова особой благодарности вам. В музее ежегодно экспонируется до 30 выставок. Это прежде всего разнообразные фондовые выставки, передвижные, выставки других учреждений и выставки из частных коллекций, многочисленные выставки в формате «Окно музея». К современному музею сегодня предъявляются новые требования подачи музейного материала. В музее широко используются информационные технологии в качестве дополняющей составной в информационном пространстве экспозиции. Что такое наш музей? Это память о прошлом, настоящем. И это история для будущего поколения. Именно по вашим экспозициям, по вашим выставкам, то, что вы сохраните в музее, будет сохраняться история, и будущее поколение будет изучать ее у вас. Я хочу вам в этот знаменательный день подарить особенный подарок для нас, для собрания депутатов. А в 21-м году Молодежная палата собрания депутатов выиграла грант губернатора, и при поддержке русской медной компании мы провели историко-туристический слет в селе Вознесенское. К нему были привлечены специалисты, кандидаты наук, исторических наук педагогического университета, и более 60 участников смогли познакомиться непосредственно с историей, лежащей под нашими ногами. Для них это было открытие великолепное. И сегодня я вам хочу подарить вот такой подарок, оформленный нашим земляком, членом Союза художников Игорем Гроговским. Это, значит, остатки керамики 3-1 тысячелетия до нашей эры, которые наши участники нашли под ногами на этом мероприятии. Благодаря финансовой помощи компании «Полиметалл» было приобретено интерактивное цифровое оборудование для детских, образовательных и развлекательных программ. Успешным стало также участие музея в краевом конкурсе проектов по событийному туризму, что позволило осуществить проект «Город с комсомольской биографией». В свой юбилейный год Амурский городской краеведческий музей получил солидный подарок в рамках национального проекта «Культура». Из федеральной казны учреждению было выделено 2 миллиона 42 тысячи рублей на техническое оснащение музея в 2022 году. Эти средства были полностью освоены. В музее появились новые витрины и обновленные экспозиции. Полностью заменено оборудование фондохранилища. Теперь оно соответствует современным стандартам. В зале археологии и нанайской этнографии тоже произошли изменения. Появились новые выставочные тумбы и подиумы. Для оживления музейных экспозиций используются современные гибкие манекены. В процессе модернизации музея в этом году родилось еще несколько проектов. Во-первых, это оснащение музея QR-кодами с видеоконтентом из фотодокументального фонда музея. Во-вторых, в музее были созданы открытки с дополненной реальностью. И в-третьих, проект «Оживающая история», когда экспонаты сами рассказывают о себе. Последний проект стал победителем краевого конкурса онлайн-проектов среди муниципальных музеев Хабаровского края «Точка притяжения. Музей», проведенный в Градековском краевом краеведческом музее. В музее все смешалось. На самом деле так и есть. От мала до велика. Музей не отпускает. Мы бегали маленькими туда, мы приходим туда взрослыми. Став старше, выйдя на пенсию, мы тоже там найдем свой путь. Кто-то поет, печет пироги, там люди встречаются, общаются. И вы знаете, вообще я очень горжусь всеми нашими учреждениями культуры, но музей – это реально точка притяжения, недаром их отметили в таком важном
конкурсе. Александр Андреевич Реутов – один из первых фондообразователей музея, навсегда вошедший в Золотой фонд. Количество предметов, безвозмездно переданных краеведам в музей, насчитывается около 1000 единиц. Музей – это центр народной культуры. Для того, чтобы получился вот этот музей, 4 октября 1965 года меня вызывает секретарь, первый секретарь Виктор Иванович Мальцев. Он организовал вот этот партийный комитет Амурского района, он назывался промышленный Амурский район. И вот предписано, я этого не понимаю, то, что должен быть в Амурске Амурский районный краеведческий музей. Вот я думаю, возьмись за его, это будет делом твоей жизни. Я подумал и согласился. В конечном итоге музей это, через 7 лет, 29-1972 года музей был открыт. Много было дискуссий, много было споров, критики в мой адрес. Но я очень терпелив в этом плане. За полвека своего существования Амурский городской краеведческий музей встречал у себя много гостей. Это ветераны Великой Отечественной войны, участники событий в горячих точках, государственные деятели, космонавты, военные, артисты, художники, иностранные граждане. Музей использует различные методы работы, встречи с интересными людьми, лекции, беседы. Он живет и развивается, он совершенствуется и старается идти в ногу со временем, не теряя значимости и актуальности. Евгения Дудко, Юрий Щетина, телеканал Амурск.